Здарова всем, это Фриз, и да, я украл эту идею у Руды. Сегодня мы будем наказывать обманщиков, но это видео будет замедлено ровно в два раза. Поэтому, если ты сидишь с телефона, то нажимай на эти три точечки и указывай скорость 2х. Ну а если же ты сидишь с компьютера, то вот просто следуй инструкциям, которые у тебя сейчас появятся на экране, и в принципе ты сможешь комфортно смотреть этот ролик. Напоминаю то, что это идея Руды, поэтому ссылка на него есть даже в названии видеоролика. И кто будет писать то, что это плагиат, просто улетает в бан. Ну а я вам желаю приятного просмотра, погнали! Кого прилететь, пишет некий хин, мы к нему телепортируемся и ожидаем запрос на о, у нас зараз что? Куда? Я вообще, ребят, ничего не понял, поэтому мы пишем шоп и закупаемся вообще по максималке. Не прошло и минуты, как я закупил вот такой себе инвентарь, и в общем-то давайте снова ему отправим телепортацию, и теперь просто ждем, пока он нас примет. Так, ребят, он нас принимает, все отлично. И теперь мы должны как-то его скинуть, либо его вообще... Так, стоп, я, возможно, его смогу стрел... Да, ребят, попал, смотри, ха-ха! Попам. Да. Кто хочет ПВП, идите на корды, и там корды. Короче, телепортируемся к этому молодому человеку, Сильвердейл. Слушай, по-моему, он уже был в нашей рубрике, но это мы... Слушай, стоп. А, нет, это... Ребятки, кто смотрел ролик, то вы знаете, что это? Вроде бы как здесь есть ловушка где-то там, и да, ребятки. Он позвал своего челика, поэтому это обманщик, мы пьем эликсир волк, также что мы пьем? Эликсир ласточка, ну и в принципе в бой. Да, мы должны их сейчас наказать обоих, да, потому что эти молодые люди... Смотри, он хочет, чтобы я туда пошел. Но нет, ребятки, я туда не пойду, потому что там у нас ловушка. А еще неизвестно, что они туда ставили. Ага. Вот, ребят, где ловушка. Я понял, прикол. Смотри. Они думают, что я такой простой чел. Нет, смотри. Опа. Не ожидал, что я вот так могу, да? Хе. О, спускается. Отлично. Братиш. О, смотри. Он меня закрывает. Он хочет меня затрапить, но он не знает то, что у меня есть кое-что, что... стоп, что он делает? Нет! Короче, ребятки, давайте сейчас попробуем одну тему. Глаз беса называется, да? Вот туда телепорти... Ага. Отлично, но оно как-то сработало коряво, очень коряво. И если я сейчас... О, нет, ребятки. А, я понял, как оно срабатывает. Но только не задача, ребятки. Сейчас меня могут здесь загасить. КД у этой штучки 2 минуты. В общем, ребят, давайте попробуем пройти перышки вот так вот к ним. Нет, не сработает. Давайте еще раз попробуем. Сейчас он по мне. Хотя, ладно, пофиг, да. А, стоп, не понял. В смысле, я завязал перку? Ребятки, пробуем пройти сквозь вот эту фигню. Итак, ребятки, кулдаун прошел. Давайте, я надеюсь, что эта тема сработает. Давайте, пам, и... Нет, не ср...
Да ладно, оно не сработало! Тупые трапперы, просто сгорите вы в аду, просто я вас ненавижу. Идиоты тупые. Кто бы в эвке старте ТП? Я уже отправил ему телепорт, и это обычная трапка. Слушай, здесь их двое даже, да? То есть алмазник? Ну, окей, окей. Вы вдвоем меня хотели зажать здесь. Ах, вы ж. 5 minutes later. И просто их уже разгасим, потому что я не хочу с ними тянуть время, а надо их просто быстренько загасить. Сначала давайте загасим вот этого железничка, потому что он мне мешает. Вот, все отлично. И теперь алмазник. Алмазник, твой черед В смысле? Чё? Чего? Чё по нему удар не идет? Эй! Ты что такое? Во, все, вот так вот. Забираем все его шмотки ценные, а не нужны, просто пускай будут здесь. И давайте кое-что попробуем сделать, а именно пройти сквозь стены. Возможно, мне... Да! Вот, у меня здесь получилось. Почему у прошлых пацанов я не получилось, я не знаю. ТП, кто БВП 1 на 1? Окей. Чувак, ты сам напросился? Вы не можете взаимодействовать с игроком, который находится в бою. Понятненько. Он уже там кого-то того и того самого. Кто 1 на 1 дропнул в 0 ТП бабы? Ну я не баба, но все же. Давай мы тебя проверим, правда ли это. Кстати, нужно как-то разложить инвентарь. Ага, вот это, ребят, ловушечка, конечно, прикольная. Смотрите, это снова чили, который просто хочет меня затрапить. Да блин, да как вы меня задолбали. Давайте юза... Я не купил. Я... Черт побери. Юзаем, ребят, хоруса, потому что я что-то в прошлый раз правдуплил, а здесь меня телепортировало. Отличненько. Давайте вот этого типа зажмем. Он мне не нравится. Все, один уже наказан. Но с ним был еще один челик. Его тоже нужно наказать. Только каким образом, я даже не представляю. Ребят, я их выманиваю сюда. Смотри, вот. Отлично, отлично. Только не забегай, не забегай. Не забегай, не забегай. Не забегай, не забегай, не забегай. Я тебя должен просто наказать. Даже не буду забирать твой дроп. Кто ПВП, я на РТП в кистарте и так далее. Давайте к нему телепортируемся. И этот игрок уже ожидается просто на телепортацию. Что это значит? Объясните мне. О, он меня принял. О, реально, ребятки, это походу это... Слушай, погоди, а это что? Это трапка? Но по округе я пока что не вижу трапок. И походу, ребят, это первый челик, который реально не обманул. Окей, давайте прописываем шоп. И давайте ему, давайте вот такой вот супер-пупер яблочко ему дадим. Я думаю, ему оно будет полезнее, чем мне. Поэтому все, братишка. Спасибо, что не обманываешь. Вот тебе подарок.
Кто обмен китами от легенды? Слушайте, я даже к нему телепортироваться не буду, я просто ему напишу в чатик. Давай я. Игрок должен быть онлайн, чтобы отправить ему... Короче, ясно. Чуть сегодня, ребят, у нас проверка не очень. Кто ПВП, я в Z1, победите, отдам все ресы. Очень заманчивое предложение. Мы к нему... Вы не можете взаимодействовать с игроком, который находится в бою. Да ё-моё! Чё-то не успеваю я к нему телепортироваться, но в общем, короче, спамим вот таким вот образом и ждем, пока он нас примет. Ребятки, я все понял. Это ловушка. Давайте убиваем этого молодого человека, и нам нужно как-то отсюда выбраться. Давайте кинем вот сюда вот перку. Стоп. Черт, хорошо, давайте заюзаем. Так, все, работает, отлично. И теперь, ребятки, наша задача как-то отсюда вообще ливнуть, потому что это как бы какой-то, это бункер какой-то. И здесь почему-то не работают хорусы. Слушай, вот это страшно. Осталось 5 секунд. Мы должны не двигаться. 4 секунды осталось. 3, 2, 1. Спаун. Спаун. Все. Фух. Кто был в БТП? Я на РТП. Кидстарт. Отправим телепортацию Дэну и будем надеяться, то, что он реально кидстарт, потому что кидстартеру не помешает хороший дроп. О, он нас принял. И это... Слушай, по-моему, я его где-то уже видел. Давайте сейчас пробежимся по окружности, посмотрим. Возможно, он где-то принял нас, но вблизи есть травка. Но пока что я как-то не вижу. Ладно, давайте ему дадим... тотем. Думаю, ему тотем будет нужен. Братишка, возьми тотем. Во, хорош. Ну и, собственно, все. Давай, удачи, пока. Кто продаст 10 кожи ТП? Хм. Телепортируемся к этому человечку. Кстати, по-моему, мы к нему тоже уже телепортировались, но... Этот человек хочет обменяться именно не через аукцион, а просто вот, типа, я ему выкидываю, он подбирает и дает мне деньги. А значит, возможно, он хочет меня обмануть. Поэтому мы к нему телепортируемся, и это, друзья, спаун. Отличненько, давайте ему тоже его наградим, так сказать. Давайте ему дадим что? Давайте дадим ему вот такое вот золотой чаренный гэппл. Надеюсь, ему это понравится. Кто был в Z4, ТП, я на РТП. Заманчивое предложение, крайне заманчивое, потому что у меня Z6, и как бы это будет очень легко, если это действительно Z4. Но сегодня у нас не Грифер Шоу, поэтому мы просто ждем, пока он нас примет. И он нас принимает, и это... О, ничего себе! Вот это, друзья, очень стрёмно. И это... Реально, походу, ребят, за 4. Но челик-то нас трапит. Окей, чувак, я тебя понял. Пьем эликсир ласточка, чтобы мы были вообще неубиваемые. Пьем эликсир волк. Посмотрите, как он мне дамажит жестко. Но у меня сила 3, братишка, так что извини, сегодня не твой день. Также у меня моментальный урон 3.
И, в общем-то, все. Ты умираешь, а у меня, получается, все ценные твои ресурсы остаются. Кто был в бабке старте ТП? Пишет Фейдж Ин. Давайте к нему телепортируемся. И он воспринимает, и это действительно, ребят, походу ПВП. Давайте попробуем сломать пол. Посмотрим, возможно, здесь под полом есть трапки. Нет. Нет, нету трапок. Окей. Давай ему дадим вот такой вот меч, потому что он... Хотя, нет, слушай. Давай я ему куплю лучшую бронь вообще. Хотя, погоди, у меня же здесь есть бронь. Вот, братишка, на, держи. Эту бронь я выбил из другого челика, поэтому я думаю, то, что ему будет приятно. Кто был в пэке старт Z1? Телепортируемся к данному немолодому человеку. И если что... Кстати, нужно купить бафы, потому что у меня они уже порядка закончились, и это ПВП. Да, ребятки? Братишка, поздравляю, ты выигрываешь у нас золотой чаренный гэппл. Кстати, давайте ему вот такое вот яблоко дадим, потому что вроде бы как это и зачаренный гэппл, и этот, и всякие эффекты крутые, типа сила 3, спиды 3 и так далее. ТП, кто ПВП в Z4? Окей, братишка, давай телепортируемся. У меня, правда, не за 4, но все же. И это, друзья, это... Ага, я понял, ребят. Это такая вот обманка. Потому что их здесь двое. Ну ладно. Окей, тогда... Ой, здесь трое! Нифига себе! Ладно, ребятки, мы должны против них выстоять, потому что это будет дикий замес. Давайте начнем с этого типка, потому что он как-то... Он такой себе. Давай, зажимаем, 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 зажимаем. Это еще трапка! Ребят, это трапка! Окей, 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 окей. Главное не паниковать. Пьем и вылезаем, ребятки. Вылезаем отсюда. Просто вылетаем вот таким вот образом. И... Так, окей, хорошо, хорошо, чел, у меня, если что, есть... Они сами, ребят, упали в свою же ловушку. Они снова, ребят, здесь появились. Да, хорошо. У меня заканчиваются, ребят, бафы. Если что, я могу ливнуть, я думаю, отсюда с помощью моего глаза беса. У одного челика вообще очень плохая бронь. Хотя бы его мы должны убить. Давай, ну чуть-чуть, еще осталось, давай, нужно тебя загасить с помощью стрел. Нет, нет, слушайте, я слышал тотем, значит, возможно, это его был тотем, и возможно, он разбился где-то. И... О, слушай, одно хп, минус АТМ. Отлично, отлично, отлично. Ой, слушай, 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 меня могут сейчас загасить. Сколько у меня осталось? 30 стрел, друзья. Еще можно повеселиться с этими стрелами. Поэтому давайте мы просто этих типов просто вот так раскидываем. Да блин, сколько вас отсюда вылезают-то?
Давай сейчас, короче, будет жестко. Ой-ой-ой, слушай, надо пить эликсир ласточка. Меня такими депами могут загасить. Блин, надо по-бренькому кого-то хотя бы загасить и просто линуть отсюда. Потому что я... О! В этого типка можно загасить, ребятки. Вот этого типа можно загасить. И чуть-чуть. Ребятки, у него 0 хп. 0 хп. 0 хп. Да чего ж они? Ну 0 хп, камон. Все, ребятки, он умер. Только... Да сколько вас тут, ё-моё! У меня уже, ребят, 16 стрел, поэтому это только... и 16 секунд у меня продействует это зелье, поэтому я думаю, что пора валить, только я не знаю как. Давайте попробуем с помощью Хоруса, всё-таки они чуть-чуть свою бронь истрепали. Ага, нифига подобного, друзья. Всё-таки здесь нельзя с помощью Хоруса линуть, поэтому нам нужно драться. Хотя, ну, я одного уже загасил, как бы, они понесли потери, но это все равно не то. Да посмотрите просто, ребят, их, они, это просто букашки. Сколько их здесь много. Я ждал, что здесь будет какой-то один челик, но нет, ребят, не тут-то. Посмотри, снова. В общем, ребят, у меня есть гениальный план. Давайте вот так просто в трапку прыгаем, пьем сразу эликсир воробей и делаем вот так. Все. Давайте попробуем захавать Хорус. Может быть, он как-нибудь настепнет? Или, возможно, вот здесь будет какая-то... А, ребятки, смотрите, там... Да, там что-то есть. Давайте кинем вот так вот глаз беса и смотрите, свободная территория. Вот здесь можно будет зажаться, в принципе. Только у меня 9 стрел. Но, друзья, это уже абсолютно не важно. Так, слушайте, вот, все, давайте. Зажимка, 100% троллинг, ловушка, Майнкрафт. Давай. Зажимаем. Ребят, это все равно не то, потому что у меня стрел-то нету. И у меня сейчас лопнет нагрудник скоро, ребят. Лопнет нагрудник. Быстро надо ливать, ребят. Просто... А, еще какой-то мифик. Мефисто пришел. Ах ты ж, черт. Ладно, хорошо. Да ничего хорошего. Он меня тоже, ребят, зажимает всякими стрелами не очень хорошими. В общем. Да блин, что вы делаете? Нет. Ребят, я уже запутался, где кто. Мы должны просто отсюда ливнуть. И все. Просто, ребят, ливнуть. Скидывать в этих типов сюда. Все, я их закрыл, друзья. И просто, ребят, сейчас ливнуть по этим каким-то путям. Вот, ребят, все. Я просто поднимаюсь вверх. Они... По идее, как не могут меня здесь достать. Я вообще, ребят, не ожидал, что такое произойдет, то, что на меня какая-то толпа нападет. Короче, просто, ребят, 4 секунды. Мы куда-то ливаем вот так в сторону, вот так вот копаемся. 2 секунды. 1 секунда. Спаун. Все. Отлично. Ну и вот такой вот эпик, ребят, у вас же ожидал в конце. Поэтому я надеюсь, то, что вы поставите лайк. Также подпишитесь на канал. А с вами был я, Exit, либо Freeze. Все, всем пока.